вообще не люблю, как бы, что я хочу докупить. Нет, так он уже согласился сразу с Лёхой и собирает одно, понимаешь? Он просто, он ему сегодня просто был день совершенно, он со всеми так не понимает. Какая течечка здоровская. Вот это вот на велике. Угу. Ты же не говоришь, что там какие-нибудь. Это там то, да. Ну-ка скажи почему. Да потому что у тебя там то не так, это не так. Краска не так. Конечно, я так и знаю. Сравнила. Ну, ох, понятно. Нет, если ты мне принесла свою работу. Горестно, я бы ни слова не сказал, все это фактурно. А ты делал учебную работу? Да, когда у нас там на обсуждение... Когда я учился на первом курсе, я даже отмывку делал, я говорю, что ты тут говно только натянул? Не-не-не, а когда на обсуждениях работ, когда вступал вот этот у нас был, помните, такой дядька, который говорил, что вот надпись, понимаешь, не так не под целым наклоном написана? Да, я не помню, как его... Да, наверное... Нет, не Гриценко. Гриценко был по живописи. Нет, был такой дядька, который придирался к тому, как написано, понимаешь, как вот подписано, то есть с тем ли наклоном написаны буквы, я так не могу смотреть. Барабашка вообще. Боровский. Великий художник наш. Нет, но он создает ощущение такого у меня, значит, если... Ну, конечно, вот эта девушка очень такая, она специфичная, да. Что мне сказали про Эмир? Может, я правильно не подумал? А вдруг я ошибся? Через 5 лет, 6 лет, 6 лет, 6 лет? Не, я не знаю. Еще одна жизнь. Завтра становишься. Завтра начнет работать, получается. Может быть, не архитектор будет. Видела я Димкин сайт. Значит, ну то, что она делала. Во-первых, она же оформляла, оказывается, Олимпийские игры. Вот эти человечки. Да, вот эти человечки, которые были из пивных таких. Так у меня тоже, я видела этих человечков, такие ходили, такие, они из пивных как бы. Под баночек были. Ну, то есть у них все члены. Не из баночек, а просто под... Да, надувные. То есть, вот они как бы вот вроде как бы ходили там по городу. А как они передвигались, если чего? Ну, вот это вот. Они были там, ну, метров, не знаю, 30 точно. Ну, легкие, поэтому им легко манипулировалось. То есть, видимо, они гелем надутые. А может быть, наоборот, их за веревочки просто таскали. Потому что они гелем, наверное, например. Я, кстати, у них сейчас спрошу, она мне должна позвонить. Вот. Я посмотрела, они очень похожи вообще. Вот, как бы вот, я помню, когда она перед тем, как она уезжала, мы были на выставке «Аналитическая живопись». Была,